У Кам'янському реконструюють спорткомплекс «Прометей». Зараз роботи ведуться на тенісних кортах. Покриття там буде як на аренах світового рівня, розповідають підрядники. У будівлі вже замінили дерев'яні вікна на енергоощадні, провели систему вентиляції. Нині міняють стелю, опалення і електропроводку, утеплюють фасад. Оно перестало приходить в упадок, оно в него вдохнули новую жизнь. Дети и родители, и тренера все ждут с нетерпением этого открытия. Это специализированный теннисный центр, который получит новое абсолютно все. От старого центра останется только старый юридический адрес. Кроме того, в этот центр, на его баскетбольное поле, мы заказали профессиональный американский паркет, на котором играют профессиональные баскетбольные команды в NBA.